И сегодня в Ставрополе простились с уполномоченным по правам человека в крае Алексеем Селюковым. Гражданская панихида и отпевание прошли в храме святого Пантелеймона Целителя в юго-западном районе Ставрополя. Алексея Ивановича не стало 12 ноября. Он скончался после болезни. На посту омбудсмана пробыл с 2002 года. До этого многие годы посвятил прокуратуре. Работал тогда еще в Карачаево-Черкесской автономной области. Затем занял пост первого заместителя прокурора Ставропольского края. А с июня 98 по 2000 работал прокурором нашего региона. Селюков был заслуженным юристом, почетным работником прокуратуры. Отдать дань уважения выдающемуся человеку, а также выразить соболезнования родным пришел глава края, депутат регионального парламента, коллеги, друзья и знакомые Алексея Ивановича, а также те, кому он помог восстановить их права. В рамках работы Думы часто мы его приглашали на различные совещания, заседания комитетов. И к экспертному мнению его мы прислушивались, потому что человек он незаурядный, с большим опытом. Очень жаль, что ушел этот человек. И для многих из нас это большая потеря. В какой-то степени я отношусь к его ученикам, потому что не только прокурорским работникам он помогал, и делом, и хорошим советом, потому что это человек, кладезь опыта и настоящий юрист, настоящий человек. Ставропольский край понес большую утрату. Мы его будем помнить как чудесного человека, доброжелательного. Царство небесное его. Будем долго о нем помнить всю свою жизнь.